Здрасте. Меня зовут Евгений, кто меня еще не знает. Я представитель компании FFI, которая занимается катализатором Boost. Сейчас у меня приедет партнер, он является потребителем по происхождению турок, но живет здесь в Германии уже более 20 лет. Несмотря на то, что люди вроде бы и зарабатывают здесь достаточно денег, чтобы можно было не экономить ни на чем. Но тем не менее они хотят экономить, потому что понимают, насколько сегодня все это здорово. И вот он сейчас, вот он едет. Сейчас он подъедет. Я продемонстрирую, как это все будет. Потребитель. Алло, Сергей. Да, вот. Шпарс. Драйзи процент максимально. Шпиц. Шпиц. У него, как мне говорил, что у него на сапке есть там порядка 30 литров. В общем, у него бак на 60. Мы как бы будем сейчас делать 6 мл и заливать ему до полного бака. То есть по самое, как говорится, не могу. Все элементарно просто. Обычным штрихом. Ну, желательно побольше штрихов. 5 это маловато, но ничего, будем так делать. Проводим процедуру. Вот так вот середину я беру. Ну так как у него 60 литров бак, я наберу пока 5. Чуть больше там воздух. Так, это у нас будет 5. Супер. А, дизель. Ага. Немножко неправильно. У него получается пак 60 литров. Это мы сделаем первую дозировку по 3 мл на 10 литров топлива. То есть это порядка получается 6 на 3, это 18, да? Держи. Сейчас мы сделаем такую процедуру. То есть нам уже 18 миллилитров. 10. Вы все видите, как бы, да, что заливается именно горловин, пистолет, чтобы легче было именно туда заправить, прям в сам бак. Все, вставляю в бак, да. Все, и до полного бака мы сейчас будем. Сними, пожалуйста. Вот эта цена, это дизель, стоимость в Германии. Один, почти евро 40.
То есть она колебается всегда. Ну, то есть это минимально, скажу, на сегодняшний день это самое дешевое, наверное. Ну, здесь у нас, по крайней мере, в нашем регионе. Самая минимальная цена. То есть, ну, бывает, что и 1,5 евро. То есть очень-очень дорого. Да, У него по полным похоже не стоит. Половина, пол похоже. Все, вот у него снимка. Все, вот мы залили, получается, 27 600 литров. У него до полного бака отстрелил пистолет, то есть у него там 60 литров. Полный бак. Все, человек заправился, теперь он будет доволен, пользуется губкой. Дальше?